Я пришла в гости к моим друзьям. Вот эти елочки мне так нравятся. Они не колючие, приятненькие. Красоточки. Это елочки 6 или 7 лет. Высокая. Здесь лаванда обстрижена капитально. Вот когда немножко зеленых остается, то хорошо. Посмотрим, как она отживет. Она каждый год очень красиво цвела. Смотрите, здесь лаванда сама посеялась в камнях. Вот чудеса. А мы черенки делаем. Бересклет желтый и зеленый. Красиво смотрится. Мне друзья сказали, что вот эта паутина — это от самшитового мотылька, если я правильно говорю. Такой самшит надо срочно брызгать. Ой-ой-ой. Много брызгать придется. Самшитовые мотыльки голубого цвета. Если дотронуться до самшита, потеребить его немножко, то они вылетают оттуда. Мне такие фиалочки подарили.